Извините, а где находится стадион? Извините, а где находится стадион? Przepraszam, gdzie znajduje się stadion? Уважаемый, а где я могу здесь перекусить? Где я могу что-то съесть? Уважаемый, а где я могу здесь перекусить? Где я могу что-то съесть? Szanowny panie, gdzie tu mogę coś zjeść? Господин полицейский, а где можно найти ближайшую гостиницу? Господин полицейский, а где можно переночевать? Господин полицейский, а где можно найти ближайшую гостиницу? Господин полицейский, а где можно переночевать? Panie policjancie, gdzie mogę znaleźć najbliższy hotel? Panie policjancie, gdzie mogę przenocować? Господин полицейский, мой знакомый заболел. Где здесь ближайший медицинский пункт? Где ближайший доктор? Господин полицейский, мой знакомый заболел. Gdzie jest bliższy medycyński punkt? Gdzie bliższy doktor? Panie policjancie, mój znajomy zachorował. Gdzie tu jest najbliższy punkt medyczny? Gdzie jest najbliższy lekarz? Господин полицейский, gdzie bliższa скорая помощь? Gdzie bliższa больница? Господин полицейский, gdzie bliższa скорая помощь? Gdzie bliższa больница? Panie policjancie, gdzie znajduje się najbliższe pogotowie? Gdzie jest najbliższy szpital? Господин полицейский, я просто потерялся. Вы не можете мне помочь найти вокзал? Господин полицейский, я просто потерялся. Вы не можете мне помочь найти вокзал? Panie policjancie, zgubiłem się. Czy pan mógłby mi pomóc znaleźć dworzec? Господин полицейский, я потерялся. Хотел бы найти вокзал. Где ближайшая остановка трамвая? Господин полицейский, я потерялся. Хотел бы найти вокзал. Где ближайшая остановка трамвая? Panie policjancie, zgubiłem się. Chciałbym znaleźć dworzec. Gdzie jest najbliższy przystanek tramwajowy? Господин полицейский, пропала моя машина. Господин полицейский, я не могу найти свою машину. Господин полицейский, пропала моя машина. Господин полицейский, я не могу найти свою машину. Panie policjancie, zginął mój samochód. Nie mogę znaleźć swojego samochodu. Господин полицейский, кто-то взломал мою машину. Что мне дальше делать? Господин полицейский, кто-то взломал мою машину. Что мне дальше делать? Panie policjancie, ktoś włamał się do mojego samochodu. Co mam robić? Господин полицейский, извините, я потерялся. Вы не подскажете, где я могу найти свою группу? Господин полицейский, извините, я потерялся. Вы не подскажете, где я могу найти свою группу? Panie policjancie, zgubiłem się. Proszę mi powiedzieć, gdzie mogę znaleźć swoją grupę? Господин полицейский, у меня проблема. Я потерял свой паспорт. Что мне дальше делать? Помогите. Господин полицейский, у меня проблема. Я потерял свой паспорт. Что мне дальше делать? Помогите. Panie policjancie, mam problem. Zgubiłem swój paszport. Co mam robić? Proszę o pomoc. Господин полицейский, а где находится фан-сектор? Господин полицейский, а где находится фан-сектор? Panie policjancie, gdzie znajduje się strefa kibica? Уважаемый, а где здесь можно пить пиво? А где здесь можно перекусить? Уважаемый, а где здесь можно пить пиво? А где здесь можно перекусить? Шановны пане, а где тут могем выпить пиво? Где могем что-то съесть? Господин полицейский, где здесь ближайший туалет? Господин полицейский, где здесь ближайший туалет? Пане полицианче, где тут есть ближайшая туалета? Господин полицейский, я хотел бы посетить Королевский замок. Куда мне идти, подскажите? Господин полицейский, я хотел бы посетить Королевский замок. Куда мне идти, подскажите? Panie policjancie, chciałbym odwiedzić Zamek Królewski. Jak tam dojść? Господин полицейский, я хотел бы вернуться домой. Где здесь находится железнодорожный вокзал? Господин полицейский, я хотел бы вернуться домой. Где здесь находится железнодорожный вокзал? Panie policjancie, chciałbym wrócić do domu. Gdzie znajduje się dworzec kolejowy? Господин полицейский, извините, а какой трамвай идет в центр города? Господин полицейский, извините, а какой трамвай идет в центр города? Panie policjancie, przepraszam, jaki tramwaj jedzie do centrum miasta? Господин полицейский, где я могу поменять свои деньги? Господин полицейский, а где ближайший обмен валют? Господин полицейский, где я могу поменять свои деньги? Господин полицейский, а где ближайший обмен валют? Panie policjancie, gdzie ja mogę wymienić swoje pieniądze? Gdzie jest najbliższy kantor? Господин полицейский, не подскажете, нужен ли билет для того, чтобы поехать на трамвае?
Господин полицейский, не подскажете, нужен ли билет для того, чтобы поехать на трамвае? Panie policjancie, czy potrzebuję bilet na tramwaj? Я так понял, что нужен билет на трамвай. Где я могу его купить? Я так понял, что нужен билет на трамвай. Где я могу его купить? Rozumiem, że muszę mieć bilet na tramwaj. Gdzie mogę go kupić? Вы не составите мне компанию для того, чтобы выпить пиво вместе? Вы не составите мне компанию для того, чтобы выпить пиво вместе? Nie chcecie ze mną razem wypić piwa? Извините, здесь нельзя оставлять машину, здесь нет паркинга. Поставьте свою машину в другом месте. Извините, здесь нельзя оставлять машину, здесь нет паркинга. Поставьте свою машину в другом месте. Przepraszam, tu nie wolno zostawić samochodu. Tu nie ma parkingu. Proszę zostawić samochód w innym miejscu. Извините, как мне дойти до моей гостиницы? Я хотел бы вернуться домой. Извините, как мне дойти до моей гостиницы? Я хотел бы вернуться домой. Przepraszam, jak mogę się dostać do swojego hotelu? Chciałbym wrócić do domu. Извините, вы не объясните мне, как проехать в аэропорт. Извините, вы не объясните мне, как проехать в аэропорт. Przepraszam, czy pan może mi wytłumaczyć, jak dojechać do portu lotniczego?